Итак, относительно недавно я решил свои шоссейные велотренировки внести МТБ тренировки и сразу же параллельно решил купить себе некоторых запчастей, в частности запасные шипы на МТБ туфли. В данном случае слева находятся оригинальные шипы, которые я купил в местном веломагазине за 1500 рублей. И попутно я решил заказать шипы с AliExpress. Непонятно, копия это или оригинал. И в данном случае они находятся справа. И цена вопроса была порядка 300 рублей. Если перевернуть коробки, то на обратной стороне подписи также абсолютно совпадают. Я даже сравнивал штрих-коды, циферки и все то же самое. Тогда вопрос, в чем разница? Сейчас у меня в руках две разных модели шипов. Оригинал слева и с AliExpress. И на первый взгляд также форма полностью повторяет. Единственное отличие это шрифт на самих шипах. Слева на оригинале буквы более мелкие и шрифт более тонкий. Справа буквы более толстые и шрифт сам по себе тоже более крупный. По форме шипы практически идентичны, и на самом деле, если не знать, где оригинал, а где копия, то сложно определить, где действительно настоящее изделие. При ближайшем рассмотрении немножко видна разница вот в этих тыловых участках, но в целом все примерно плюс-минус одинаковое. Если перевернуть задом наперед, то форма шипов тоже примерно одинаковая и сложно заметить какие-то серьезные отличия. Сразу может возникнуть вопрос, а как я определил, что купленные в местном магазине шипы являются оригиналом? В данном случае сейчас у меня слева находятся шипы, которые стоят на МТБ ботинках, и видно, что они уже немного потерлись, краска черная слезла. Эти шипы я покупал с педалями Shimano 540, которые я приобрел в официальном магазине у официального дилера Shimano. Если сравнить шрифты и надписи на этих шипах, то видно, что они абсолютно одинаковые и отличаются от шипов, которые я купил на AliExpress. Ну и теперь остается главный вопрос. Есть ли смысл переплаты в 5 раз за оригинальные шипы или можно купить обычные шипы на AliExpress за 300 рублей, на них кататься и вообще не париться по этому поводу? Итак, проехал небольшую тренировочку и потестировал шипы с AliExpress. Меня интересовало два момента. Первое, чтобы шипы надежно держали, когда встаешь на ноги, спринтуешь, либо заезжаешь мощно в подъем, чтобы не выстегнуться. И второе, чтобы в экстренной ситуации, обычным поворотом пятки, как это на обычных шипах происходит, можно было легко выстегнуться и не завалиться, собственно, на бок. По итогу каких-то отличий я не заметил. Нога себя чувствует так же комфортно, как и в обычных оригинальных шипах. Единственное отличие мне показалось, что выстегиваются чуть-чуть подольше. Но, скорее всего, это связано с тем, что снег забивается в шипы, мгновенно образуется наледь, и из-за этого они чуть-чуть хуже заходят. Ну, либо просто еще не до конца разработаны. В остальном, по ощущениям, я не смог бы отличить эти шипы от оригинала, если бы мне вслепую их подсунули. Ну и того, какая мораль. Я считаю, что нецелесообразно переплачивать в 5 раз, то есть брать шипы оригинальные за порядка 1500 рублей. И можно брать на Али. Да, это не является оригиналом, но это, скажем так, хорошая реплика. Также, если учитывать тот факт, что шипы это расходник, то я считаю, это вполне нормальная цена и можно ими пользоваться.